Доброе утро, ребята. А у нас снова дождь, хотя не обещали синоптики. Видите, я их вчера похвалила, а они нам и сегодня. Нате вам. Короче, дождь, и я так понимаю, на целый день, судя по небу. Небо затянуто мглой, туман, ветер, температура 10 градусов. Вот такие, ребята, дела. Витя на работу собирается. Сумку я ему уже собрала. Ну, все как всегда, короче. О. Наша песня хороша. Доброе утречко. Страна. Прекрасный день. Тучи я там, Леночка. Мглою небо кроют. А на душе светло и хорошо, знаете. Ну, да. И вот. Как и вчера, светло вот, и хорошо. Вот, Леночка, ну, ближе вот. Я а дождь только... дрібненький да, такий. Да, я показывала только что оттуда, Витя. А из неба дрібний дощик, а из неба дрібний дощик накрапає. А из неба дрібний дощик, а из неба дрібний дощик накрапає. Серце звеселяє, всім хорошого настроєння, будьте здорові. Ти вже як батюшка. Це моя молитва, музикальна молитва. Як батюшка. Да, всім хорошого здоров'ячка, всім хорошого настроєння. Настроєння, прекрасна погода, ноябрьська листопад. Листопад. Да. Листопад, так. Да. А там і грудень. Не, Новый год. Да, там Леночка ждет же Нового да. года. А це знака. Ми тут 3 года живем. Кажу, як 3? Два. Вона каже, та роді 3. Я кажу, елок скільки було, давай. Одна. Ну, як може бути 3? Ну, 3 года живем, а елка одна. А Степа, как всегда, на холодильнике. У него тут кино, вот. Он смотрит телевизор в окошко. Вот осенний. Да. Хвостики. Тут и лето. Диви, Леночка, диви. Тут и... Хвостики. Тут и лето. Да. Фрагмент лета, ромашки. Вот ромашки, фрагмент лета, фрагмент осени, такие шарики они какие красивые, так, ну прекрасно. Прекрасно ну, осени, весна. А вот мои тудлики мои лежат, это вот даже чернобрымцы, очень-очень, колись про них тоже расскажу, сейчас нема, бо уже пора, нема коли, нема, выходить нема, надо. Бархатцы. Без 15. Бархатцы, кстати, по-русски. Да. Чорнобривців насіяла мати у своїм світанковим краю. Та й навчила веснянки співати про квітучу надію свою. Як на ті чорнобривці погляну, бачу матір стареньку, бачу руки твої, моя мамо. Твою ласку я чую, рідненька. Все, все, пока-пока. Это я, ребятки, вышла на улицу. Во-первых, пройтись, пока нет дождя. Во-вторых, на счету закончились денежки. Пойду сейчас закину себе, Вите. Пройдусь, подышу свежим воздухом. Небо такое, скажем так, вроде как и похоже на дождик, что ливанет, но посмотрим, день покажет. В принципе, у меня пополняшки тут рядышком, в начале рынка. Пойду пополню, потом вернусь домой. Так я и не покушала. Там снимала один видеоролик, теперь второй снимаю. В общем, работа идет полным ходом, а на счету денежек нет. Поэтому скоренько-скоренько пойду позакину. Вот. Ну, в принципе, что? Так-то ничего не нужно покупать. Зелень есть, хлебушек. Через 15 минут выключится хлебопечка. Покажу, что получилось. Вот. Ну, на улице очень тепло. 15 градусов вообще. Когда я посмотрела наперед, с 9 числа ночью идут минуса. И днем 7-9 вот так тепла. То есть ноябрь по чуть-чуть дает о себе знать.
Ну, не в данный момент, а на следующую неделю. Потому что у меня Степа вчера, как ни странно, лег на батарею. Думаю, бог, Витя, пожалеем, похолодает, наверное. А я говорю, ну, не знаю, на Степана не похоже. Там такая шерсть, что ему не бывает холодно. Ну, у котов уже такая привычка, что они, если чувствуют холод, они прячутся на батарейку в теплое место. Посмотрим, посмотрим. От меня пахнет ванилью. Пирог пекла. Ванилькой вся пропахлась. Иду, пахну сама себе. Так, ну все, я буду заходить сейчас пополнять, ребят, потом найдусь. Все, иду гуляю, пополнила счета. Подышать надо воздухом, прям подышать. На дома сегодня как никогда. Я говорю, Витя, что это робится? 30 градусов дома, вы можете себе представить? Я пооткрывала окна и ушла. Думаю, и духовка включена была, и хлебопечка работает. Все равно оно идет, скажем так, жар какой-то. В общем, мне стало душно. Хорошо, что нужно было пополнить счет. А так бы, не знаю, вышло бы сегодня или нет. Хотя, не, вышло бы к обеду все равно. Потому что дома целый день не высидишь, нужно пройтись все равно, прогулять себя. Сейчас еще зайду в магазин, наверное, или в Еву, или в какой-то. В общем, надо такое подкупить, такую мелочевку. То водичка закончилась, то мелочи, мелочи, по мелочам. А так, в принципе, ничего не нужно. Ой, как хорошо на улице, ребята, дышится вообще. Великолепно дышится. Хорошо, не хочется и заходить в помещение. Тут воздух такой свежий, прям прелесть. Сейчас, а Витя даже и не знает, что я ушла. Сейчас скажу ему, что была на улице, он скажет... Вот то ты быстрая, только что была дома, уже вылетела, кажут, да. Вот такая я быстрая. А я даже и не поняла, что нет на счету. Что-то я куда-то хотела позвонить. Ага, сейчас. Аннету. Хорошо, что все рядом. Раз и заплатили. Ветерок теплый, хороший. Все выгуливаются, кто с собачкой. Жалко, что Степа у меня не уличный мальчик. Так бы выпустить его, но он бы в жизни не поднялся на 13 этаж сам. Так что такая у него судьба. Сидеть дома, нюхать ароматы и ждать, пока я вернусь. Он всегда любит встречать. Ой. Хорошо, как ребятки на улице. Вообще, прелесть, прелесть. Шел бы и шел. Ну, сейчас куплю, потом покажу, что подкупила. Хорошо? Захожу в магазин. Ну вот, ребятки, пока я пришла, хлебушек испекся. Горячий в руки взять не могу. Ну, вот такой он красивенький у меня получился, как всегда. Вот такая вот булочка. Булочка, булочка. У меня кличка в детстве, кстати, была булочка. У меня фамилия была похожая на булочку, поэтому меня так называли. Так, скупилась я. Мицеллярная вода у меня заканчивается. Зашла в наш магазин. Здесь рядом, в общем, на все акции. Это водичка 72 гривны. Фирма Нивея. Я всегда брала другую фирму. Ну, попробуем эту. Здесь у нас что? Глубокая очистка, снимает макияж без остатка, освежает, тонизирует с пантенолом. Вот так. Потом опять-таки от Беллы закончились у меня спонжики, диски. Тоже в акции алоэ вера. Крем заканчивается. Взяла вот такой крем. Регенерирующее алоэ, регенерирующий крем с эффектом лифтинга, увлажнение питания день-ночь. В общем, два в одном получается. Вот. И, ну, в принципе, тоже цена его, по-моему, 101 гривна. Кто же его делает, этот кремчик?
кто его делает. Польша. Так, салфетки вот эти кухонные тоже в акции. Я их всегда беру. Всегда, по-моему, по 33 гривны. Были по 52. Акция хорошая. Ну и закончилась бумага. Тоже я ее купила. Все, мои хорошие. Все, я в конце-то концов уже буду, наверное, отдыхать. Все, до встречи. До встречи. Пока-пока. Всегда с вами Витя, Лена. И погода в доме. Хорошая причем погода. Все, пока-пока.